Это здание театра оперы и балета. Это здание Русского драматического театра. Это театр музыкальной комедии. И все эти театры объединяет то, что внешне они находятся на земле. Однако уже скоро в Одессе в подвальном помещении этого здания появится первый в Украине подземный театр. Военный спуск. В нескольких метрах от Сабанеева моста находится, построенный еще в 19 веке, дом крупного общественного деятеля и мемуариста Осипа Чижевича. Последние десятилетия дом потерял былой блеск, и подвалы оставались заброшенными. Теперь же здесь ведутся ремонтные работы. Уже в конце октября в помещении заработает новое коворкинг-пространство «Тео», ориентированное на современное театральное искусство. Здесь были выгнившие, прогнившие, покрытые грибком, плесенью стены. Лилась канализация, лились все трубы, все выевшее. Ну, то есть тут было аварийное состояние. Мы все это делаем впервые. Мы вообще не знаем, как, что. То есть мы для себя первооткрыватели. И надеемся, что наше пространство, оно станет такой вехой в жизни города, в культурной жизни города. Тем местом, куда приходя человек, приходя одним, уходит иным. Иным, наполненным новым содержанием, новым пониманием. И это главная задача, главная философия нашего пространства. Помимо постановок, в будущем театральном пространстве будут проходить концерты, авторские встречи с драматургами, мастер-классы, включая видеопоказы лучших европейских спектаклей. Также создатели планируют помогать и начинающим режиссерам. Здесь будет проект, который называется «Вход свободен». Это проект, который свободен как для зрителя, бесплатно, так и для актера, либо труппы, либо еще какой-то формы существования, для предоставления того, что они сотворили, для того, чтобы они могли показать это зрителю, а зритель мог это посмотреть. И это бесплатно будет со всех сторон. Откроется пространство для широкой публики 30 октября. Премьера спектакля «Ифигения. Апофеоз» по мотивам трагедии древнегреческого драматурга Эврипида. Александр Вейцман, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».